Захватываем миоматозный узел щипцами. Зашиваем рану на ватке и контролируем кровотечение. Обрабатывайте шов йодом. Прости, пожалуйста, у нас внематочные потом привезли. Ты купальник забыла. Вы знаете, у меня с менструацией полная чехарда. Месячные когда были последние? Ну, какие скудные, обильные. Маша. Просто поразительно, как человек пропускает этот момент, когда об него начинают вытирать ноги. Когда его забрасывают под диван, какие-то ненужные говно. Миша ушел. Умер, смешно? Да нет, из дома ушел. Подрезаю углевод. Миша, как у вас постель-то было? Теперь у тебя будет столько секса, сколько ты захочешь. Малыш, а это кто у нас кардио не сделал? Говно твой, Миша. Говно, левое. Она захватила его, держит его. Сам он не вырвется. Ругай мужа. Ругай, все. Плохой муж. Ты погаными словами ругай. Подлец. Так. Придурок, предатель, пидорас. Ч-ч-ч. Вот с этим осторожно. Может сбиться. Ты вот собери все его заговоренное. И сделай большой огонь. Огонь вернет мужа. Ты становишься похожа на опасную сумасшедшую. Умышленное уничтожение или порча чужого имущества до 2 лет. У меня муж ушел к другой, к молодой. Вот вы бы ушли к фитнес-тренеру? Ну, я не женат. Пока что. А он женат. На мне. Пока что. Нет, с мужиками по-хорошему нельзя. Только свободные отношения без детей и без обязательств. Спасибо. Ты мне нравишься. Я не очень понимаю, что происходит, но что-то запал. Дома нет. Мужика нет. Ты позиции сдаешь, Маш. Витамины свои забирай. Это не тебе, это детям, понятно? Это чей-то родственник? Мария. Она отползила. Личную жизнь налаживает.